Движение на опережение. Молодежный конгресс по предпринимательству завершил в республике полуторамесячное обучение основам ведения бизнеса. Я просто упаковал продукт, ну, в правильную обертку, потому что люди покупают законченное решение, а не какой-то там код. Код вообще никому не нужен, если его нельзя применить, продать дальше. У ребят молодых очень большие, как сказать, мысли, фантазии, да, их нужно всегда направлять. Учить экономической грамоте, экономике правильно. Не то, что вот как бы общей экономике, а что такое стоимость денег и прочее. Как ими управлять, как правильно складывать капитал и прочее, прочее. У кого этому учиться? У успешных предпринимателей. Таких спикеров здесь было не по одному на каждой площадке. На территории амбиций со школьниками вел диалог бизнес-тренер. На территории контактов объясняли, как продвигать свой продукт в социальных сетях. Для себя как бы решил то, что в будущем хочу быть предпринимателем. И здесь собрались более такие уже успешные люди, которые занимают хорошие позиции в обществе. Очень интересно их послушать. Как они как дошли к своим целям. Программа «Ты предприниматель» появилась в Чувашии 6 лет назад. За это время более 12 тысяч молодых людей от 14 до 30 научились основам успешного ведения бизнеса. Я хочу поблагодарить тех экспертов, которые отдают свой практический навык и опыт для того, чтобы обучить нашу молодежь. А правительство Чувашской Республики делает все возможное, чтобы наша молодежь действительно реализовали те свои креативные идеи, проекты, которые принесут пользу нашей Чувашской Республике. Итоговый конгресс – это и подведение итогов. Заслуженные награды получили победители конкурсов «Молодой предприниматель России» и «Битва стартапов», а также призеры Олимпиады для школьников по предпринимательству. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика.